справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. Совсем не получилась подача. По сути, просто мяч отдали сопернику. Помогает вратарю игрок. Очередной раз нам показывают подтверждение превосходства одной команды над другой. Статистика красноречива, и очень хорошо видно, что, скорее всего, сопернику не удастся сегодня отыграться. Они по многим параметрам уступают. И пробил! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Вводит мяч у них. Сложный удар потащил вратарь. Честь и хвала ему за это. Здорово сыграл. Отдает он передачу. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. И мяч в сетке. И надо забить еще один. Время еще есть. Что тут сказать? Расслабилась команда, по-моему. Оборона просела, атака успокоилась. И вот закономерный результат. И это уже, наверное, миллионное подтверждение тому, что играть надо в полную силу и до конца. Иначе велик шанс, что тебя вот так вот накажут. До конца игры 7 минут. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Можно провести контратаку. Играет в пас команда. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Удар! Блестящая контратака. И неудивительно, что она завершилась взятием ворот. И как четко все было сыграно. Остается только восхищаться этой атакой. И снова счет равный. Соперники достойны друг друга. Такие передачи придают атакам остроты. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Здорово сейчас может контратака пройти. Возможно, последняя атака в матче. Ну же, забейте! Играет он на партнера. И как пробил. И мяч залетает в ворота. И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Хет-трик оформляет игрок, и я думаю, на этом он не остановится. Его сегодня день, его сегодня матч. Поймал он хорошую волну. Тренера вы не видите, он на бровке.